Ну, дело в том, что изменилось и отношение к армии, и армия сама изменилась после войны. Если до 2014 года, до российской агрессии, главная задача, которую решала армия, это охрана, как говорят, надлужкового майна и торговля этим имуществом, то после 2014 года армия на самом деле стала защитником страны. Но одновременно армия обрела еще две функции, с которыми она не была знакома. Армия стала одним из самых крупных работодателей в стране, переходя на контрактную основу. И армия стала одним из крупных заказчиков для украинской промышленности. И все эти три функции, они находятся в сочетании, потому что без личного состава, без стабильного личного состава у нас может быть контрактная, но не будет профессиональной армии. Без современного вооружения у нас не будет сильной армии. И вот эти все три составляющие, их нужно рассматривать в комплексе и действовать так, чтобы все эти три составляющие развивались эффективно. И тогда на самом деле у нас будет эффективная армия, сильная, и любой агрессор, прежде чем шагнет на нашу землю, тысячу раз подумает, понимая, какие будут последствия. Ну, сегодня огромная проблема – это текучесть кадров из армии, поэтому наша задача – стабилизировать состав. Как это сделать? Первое – это тот механизм, о котором сегодня говорила Юлия Тимошенко. Это все, что касается денежного довольствия. То есть речь идет о регулярной индексации, которая бы поддерживала заработную плату солдата срочной службы на уровне полутора средних заработных плат в стране в любой момент времени. Это первое. Второе – это все-таки мотивационный пакет. Потому что когда мы говорим о разработке нового контракта, то контракт – это не просто там 4-5 страничек текста. За этим должно быть новое содержание законов. И именно поэтому у нас сформирована рабочая группа, которая занимается новым положением о Министерстве обороны. Новым положением, вообще не новым, его в природе не было, положением о воинской части. Дальше, положением о правовой инспекции Министерства обороны и изменениями в Кодекс административных правонарушений для того, чтобы за нарушение прав воина-контрактника как на службе, так и в быту, всего того, что называется социальными гарантиями. Так вот, за нарушение в этих сферах должна следовать ответственность. Это ответственность в виде административных штрафов, достаточно жестких. Это позволит поднять дисциплину исполнения контрактов в отношении воинов-контрактников и членов его семьи. Дальше у нас работает группа, которая занимается корректировкой воинских уставов. Там больше военных, меньше юристов, но тем не менее есть такая необходимость, поскольку уставы практически были советские, переведенные на украинский язык. У нас работает большая группа в направлении реформирования взаимоотношений государства с оборонно-промышленным комплексом и взаимоотношений статуса самих предприятий оборонно-промышленного комплекса, как частных, так и государственных. Кроме всего прочего, есть целый блок вопросов, связанных с пенсионным обеспечением, с работа, связанная с ветеранами, семьями погибших. Потому что все вот это и создает ту уверенность, о которой сегодня говорила Юлия Тимошенко, о том, что главное, чтобы воин, защищающий страну, был уверен. И вот эта уверенность, она раскладывается на много составляющих, и каждая из них важна. Вот над этим наша команда и работает. Последний вопрос. По кадровой политике вы сказали, в области военного образования, войсковой связи, еще будет? Ну, есть традиции определенные, да, когда офицер получал какое-то, скажем так, высшее гражданское образование и навыки, необходимые для военной службы. Все-таки эволюция, которая прошла на Западе, и мы к ней внимательно присматриваемся, говорит о том, что подготовка офицеров должна быть более компактной, в большей степени нацелена на освоение своей специальности и техники на том уровне, на котором сегодня на службе находится этот офицер, а дальше он может поступенчато продолжать это образование. Но у него должно быть право и возможность получения гражданской специальности за счет государства. И вот это очень важная составляющая, поскольку пока, к сожалению, армия по традиции, она не очень эти вещи приветствует. Но нам на самом деле нужны высокообразованные офицеры. И я поддерживаю ту мысль, которую сегодня высказала Тимошенко,
именно эти люди должны стать новой элитой украинского общества.